Всем привет! И снова дратуйте. Снова дратуйте. Утро. Я собираюсь на массаж. На массажик сейчас позавтракаю, потом схожу в душ, помою тело. Голову не буду мыть, потому что она будет меня мазать маслом, и это все уходит на голову. Ну, то есть она как бы и голову еще массирует, и будут волосы грязные. Потом уже приду и снова полностью себя помою. Краситься тоже не буду, потому что там боюсь, что все у меня растечется. Ну, в общем, что, сегодня среда. Среда, я готовлю завтрак себе. А значит, среда. Если честно, вчера я думала, что у меня сегодня столько дел. Прям вот столько дел, мне казалось. Казалось, боже, боже, как же мне все успеть. А сегодня я проснулась, и я все забыла, что мне надо было сделать. И у меня сегодня такой прямо свободный денек, какой-то прямо очень свободный день. У меня было одно дело, но оно вчера еще решилось волшебным образом. Сегодня я еще раз перепроверю, надеюсь, что все будет хорошо. А так, я свободна, я свободен! В общем, и что я думаю, я сейчас схожу на массаж, у меня в 9:50 массаж. Часов в 11, 11:30 я приду, поделаю тут кое-какие мелкие делишки. Я еще хочу на Валбересе заказать себе шорты и топик. Да, поищу вещи и думаю сходить в кино сегодня. Там вышел фильм «Пропавшая», что ли, «Пропавшая», по-моему, называется. Этот актер из «Голой правды» там играет. Вроде хороший актер. И я так трейлер посмотрела, вроде бы тоже ничего. Думаю, надо сходить. Давно в кино не была. Давно, тысячу лет. Тысячу лет не была в кино. Вот в 14:25 у меня сеанс. Ну, или в 14:25, или позже. Поэтому, наверное, в 14:25. А вот, а потом, может быть, прогуляюсь. Погодка чудесная. Так, что у нас за бортом, кстати, сейчас покажу. За бортом шик, блеск, красота. Солнце, голубое небо, великолепная погода, легкий ветерочек дует, но он вообще не холодный, такой освежающий, знаете? Освежающий. Кстати, на Мещерском озере вот, не видно, люди купаются. Угу, все хорошо. Марфунь на боевом посту. Я ее уже сегодня жопу хлопала, а она... Наглая морда. Каждый раз стоит мне зайти на лоджию, она тут как тут и мычит, как дура. Хлопай ей по жопе, вот хлопай ей по жопе. Мне вот делать больше нехер, как вот ей целый день по жопе нахлопывать. Ну давай, давай. Видите, бежит за мной. Давай, типа, еще хлопай ей. Еще нахлопывай, типа. Ей мало. Да? Если у меня сегодня, Марфунь, свободный день, это не значит, что я буду тебе нахлопывать его целый день. Нахлопывать его. Нахлопывать жопу целый день. Вот. Короче, все, достаточно. Так, ну что у меня на завтрак? У меня на завтрак творожная запеканка, 2 хлебца, авокадо, жарится 2 яичка. Вот еще, смотрите, нашла умные сладости в Ашане. Они из амаранта и со стевией. Такие вот шоколадные трубочки с начинкой. Очень даже ничего. Так, вот это, а еще... У кого есть дети, которые любят чипсы и вот просят чипсы, покажите им вот такие вот корнерсы с бананом, там еще есть карамель. Но с карамелью я не пробовала, потому что там сахар в составе, а вот у этих нет сахара. И вам как вот, ну, перекус вместо чипсов, либо как перекус, очень вкуснющие, если честно, очень вкуснющие, стоит всего 36 рублей. А вот эти шоколадные палочки 33, вот такие вот. Очень вкусно, если честно. Прямо огонь, огнище, огонек.
А еще я купила вот такие вот ппшные конфеты. На прошлой неделе я покупала из фиников, а вот это из инжира, грецкого ореха и семена чиа здесь. То есть три ингредиента, только инжир, грецкий орех и семена чиа. Но вот эти не очень. Все-таки с фундуком и это, фиником. Финики, фундук и что-то еще там было. Вот они повкуснее. Вот это, ну так, ну я просто инжир, если честно, не очень люблю. Финики мне больше нравятся. А вот в Ашане по акции 199 рублей такой пакетик. Вот. Так что купила снова фундучное молоко. Цикорий, авокадо. Еще купила упаковку авокадо. О, авокадо Хас в Ашане. 229 рублей вот такая упаковка. А в Спаре у нас это авокадо зеленое по 19 рублей за 100 грамм. 199 рублей. В общем, короче, авокадик едим. Так, ну ладно. Сейчас я тут, значит, все приготовлю и покажу. Так, ну вот и завтрак. Грецкие орехи я залила кипятком, потом промыла. Очень много грязи в них. Творожная запеканка, вот такие вот бутербродики с яичком, авокадо, одна конфетка. Ну вот, эти батончики умной сладости. Ну и цикорий с фундучным молоком. Вот такие вот дела. Это, кстати, мой стандартный завтрак. Еще я добавляю красную рыбу, но я вчера ее не засолила, поэтому сегодня без красной рыбы. А так вот я каждый день ем вот это вот. Вот, и мне не надоедает. Вы посмотрите на эту звезду. Я, значит, на массаж ушла. Эта звезда. А, даже не встречает меня. Да, Марфунь? Развалилась? У тебя все хорошо, да? Все хорошо? Ой, ну звездище, а. Ну звездище. Лежит. Ей хоть бы хны. Хоть трава не расти, да, Марфунь, скажи? Вот она, вот она. Слушайте, пришла я с массажа. Лицо как шарик. Носяр такой. Как будто мне по нему вдарили. Ну ладно, это я потому что лежала на животе. Все, кровь прилила. Сейчас посмотрела в лифте на свою спину, а я как бы в платье с открытой спиной. Мамочки. Мамочки. Пойду в кино, надо будет футболку надеть. Сейчас покажу вам. Смотрите. А? Красотка? Красотка, да? Что там не видно? Но у меня вот эти вот круги, это банки она мне ставила. О! Такая вот красота. А что делать? А что делать? Это она мне скребком. Скребком. Сейчас надо отдохнуть. Ну вот она уже меньше. Меньше уже прямо. Прям меньше. Сказала, что за курс массажа уберет. Ой, лицо помятое. Сказала, что у меня очень хорошая спина. Такую спину она давно не видела. Очень хорошая спина. Ну, в плане там, видимо, мало зажимов или еще чего. Хер знает. Так, ой. В общем, надо отдохнуть. Что-то как-то это... подташнивать немножко. Было очень больно. Она там прямо... Я 12 вот июня-то ходила, и она мне начала делать спину, а мне прямо больно. Она говорит, что-то какие-то странные зажимы. Спортом, может, занималась или много ходила? Я говорю, много ходила. Ну, все понятно, будем убирать. Я прям аж искры из глаз, знаете. Ой, в общем, такие вот дела. Все, сейчас буду отдыхать. Сейчас буду отдыхать, потом намоюсь, накрашусь. Намоюсь, накрашусь и пойду в кино. Еще у нее спросила по поводу массажа лица. Она мне сказала, пока брекеты носишь, про массаж забудь.
А потом надо будет на букальный сходить, подтянуть немножечко брыльки. Все, будет красота. Потому что этот, как его, ботокс сделаю. Короче, дело к ночи. В общем, все, маленечко надо отдохнуть, полежать. Полежать надо чуть-чуть. А потом пойдем в кино, да? Угу. Марфуня. Марфунь. Это она. Ать. Не умещаешься, да, Барфуй? Со своей толстой жопой. Не умещаешься? Да? Лежим с ней на полу. Я после массажа, Марфунька рядом. Да? Звезда очей моих. Сейчас выберем себе одежду, пойдем в душ и пойдем в кино. Я пойду. Марфунь будет отдыхать. Да, Марфунь? А Марфунь? Все. Ушла. Так, ну что, я накрасилась, волосы только сырые. Брови у меня, видите? Свои брови начесала. Этим мылом уложила. Какие-то плешивенькие, может быть, надо их покрасить, не знаю. Заказала себе кофточку на Wildberries, сейчас покажу какую. Заказала. Так, доставка. Доставка. Сейчас, секунду. Вот такую вот. Такую кофточку. Милота, правда? Такая вот прямо миленькая кофточка. Посмотрим, налезет ли она на меня. Короче, сейчас беру билет в кино. На улице, кажется, дождь собирается. Что-то какие-то тучки, облака. Чайку надо попить, с корнерсами, да побегу. Что-то какая-то погодка странненькая. Трища. Облака серые, но тепло. Ветер, но он все равно теплый. В общем-то, как-то так. Смотрите-ка. Там прям такая тучка впереди. Надо успеть в кино до того, как она прилетит сюда. Так немножечко страшненько даже. У нас там еще, видите, светло. А здесь уже пиздец подкрадывается. Так. Люди гуляют. Все хорошо. Платьишко хорошее, беленькое. Так, ну что, Синема Парк. Ну, здравствуй. А, у меня осталось 3 минуты. Но ничего, успеем. Там все равно реклама. Так, у меня сегодня в первом зале. Посмотрите на эту кайфушницу. Я, значит, в кино, а она лежит. Это вообще просто, да, Марфунь? Спишь? Тебе хорошо?
разлеглась. Вот, вот она. И лежит. Лежит, полежит, как хочется животик потрогать. Ой-ой-ой-ой-ой, как хочется животик потрогать, Марфушкин. Пушистый, мягенький. Ой, ну что за кошка? Вот она. Даже Марфуль лежал, я никого не трогала. Приперлась. Приперлась, бля. Лап спрятала. Ой, ну не могу. Ну не могу. Ну что за кошка такая? Ну что это вот за кошка такая? Так, ну что, пришла я из кино. Фильм называется «Пропавшая». Пропавшая, да. Купила билет за полцены, расплатилась баллами спасибо, в общем. За 130 рублей купила билет. Что могу сказать? Ну, в целом, неплохо. Разочек посмотреть можно. Такой, знаете, напряженный. Я вот прям вот, ну, как-то на протяжении всего фильма так это в напряжении была. Немножко такой фантастичный, знаете, фантастичный. Не в плане там космические корабли бороздят просторы Вселенной, инопланетяне спускаются. Нет, ну, такой, знаете, один мужик там, ну, как бы такой крутой. Такой всех там положил, короче. Ну, такой немножечко, знаете, из мира фантастики. Вот, но в целом мне даже понравилось. Я даже в конце всплакнула маленечко, вот, пустила слезу скупую мужскую. Вот, но в целом мне понравилось. В общем-то, все. Сейчас я буду отдыхать, сейчас приготовлю себе салат, поем, отдохну. Вечером у меня интенсив у Таты. А вот, вообще сегодня как-то все так легко. Все вот, знаете, вот так вот. И у меня такое немножко чувство вины. Как будто бы надо что-то прямо делать, а я ни хрена не делаю, я сегодня целый день кайфую. На массаж сходила, полежала, в кино сходила. Делишки тут мелкие, которые я думала, что будут крупные, они оказались мелкими. И все так, как по маслу, жих-жих-жих. И как-то у меня такое чувство вины, что надо что-то серьезное, какое-то глобальное дело, чем-то себя загрузить. Это ж не гоже кайфовать от жизни-то, да, понимаете? Не гоже кайфовать. Надо постоянно себя чем-то загружать. И, в общем-то, я отлавливаю это чувство вины и успокаиваю себя. В общем, отличный у меня сегодня день. Ни хрена не делала. И мне понравилось. У меня просто 2 дня, понедельник и вторник, какие-то сумасшедшие. Вчера ко мне приходил сантехник, я ездила к ортодонту. Опять же, тут интенсив. В понедельник что-то туда-сюда, туда-сюда. Ну, в общем-то, а сегодня вот прям кайфарик. Кайфушный такой денечек, мне понравилось. А вот. Ну все, пошла я готовить себе салат. Всем отличного денечка, вечерочка. Всех люблю, целую пух. Пока-пока.